прелюбодеяние... Пардоньте. В таком одеянии, как сегодня, я хочу быть уверен, что выполнил все обязанности шафера. Полагается доставить жениха в церковь вовремя. Есть. Не забыть кольца. На месте. И переспать с подружкой невесты. Да! Я думаю, может, когда вырастут. Знакомьтесь, Нед и Джош. На наши 10 дней. Что это? Я помню, ты искал это в интернете. Две лесбиянки и чувак, похожий на жирного Иисуса? Их родители. Я думала, жизнь удалась. Муж доктор. Доктор Куин, лекарство женщины. Первое слово. Красный. Импотент. Красный. Больной. Жирный. Дурак. Разочарование. Психиатр. Прошло уже 9 месяцев, но наш брак по-прежнему не срастается. Вы поняли, что ошиблись с выбором партнера, что достойны кого-то покрасивее? Сексуальнее? Нет. Нет. Так значит, у вас огромные проблемы с сексом. Его бывшая. Хлоя милая. Не знаю, как ты упустил ее в юности. Нет, она слишком хороша, идеально. Вот Ее новый клиент. Гай, да? Да. Он твой типаж. Ты мой типаж, я не люблю симпатичных. Я должен быть с тобой, Нед. Прости, но этот голубь в опасной близости к вентилятору. Я не сдамся. С тех пор, как увидел тебя, больше ни о ком не думаю. Просто восхитительно. Самый смешной фильм за долгое время. GQ. Нед добрая. Зануда. Теплая. Теплая? Ты лучше радиатор включи. Ладит с детьми. Как и Майкл Джексон. Жаль, нельзя вставить твой мозг в ее тело. Было бы супер круто. Хотя тогда ее мозг был бы в твоем теле, представь. Это как Франкенштейн. Но с сиськами. Я шучу, я б тебя чпокнул. Я, может, ни одного пениса в жизни не увижу больше. Скажем прямо, ты уже навидалась их столько, что до конца жизни хватит. Не говорю, что ты шлюха, а намекаю. Даю год. Цифровая фоторамка. У нас и камера есть, прямо сейчас и опробуем. Очень смешной фильм FHM, безумно смешно, хит. Это мы в Марокко, это наш отель, а это... О, а это Doggy Style.